несколько лет строительства, и вот долгожданный финал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл дворец спорта и развязку на Лыткаринском шоссе. Специальный репортаж в эфире телеканала. В Лыткарине сразу два ключевых объекта ввели в эксплуатацию. Дворец спорта на Колхозной и транспортную развязку на Лыткаринском шоссе. Губернатор области Андрей Воробьев лично проверил их готовность и перерезал символическую красную ленту. Хочу поблагодарить главу города за то, что он лично, буквально каждый день, еженедельно проводил здесь штабы и сдавал этот объект вот непосредственно как главный строитель. Еще несколько месяцев назад здесь кипели строительные работы. Теперь же в новеньких залах для единоборств тренируются самбисты и каратисты. Ребят, я желаю вам успехов. Желаю, чтобы у всех сформировался характер и чтобы вы совершали в жизни самые достойные поступки. Изюминка многофункциональной арены, бассейн, дорожки по 25 метров. Первыми проверили на себе качество воды ребята из спортивной школы города. Универсальный спортивный зал вместимостью более 1000 зрителей. Теперь здесь можно проводить соревнования международного уровня. Сейчас у нас уже полностью сформировано расписание. Здесь будут заниматься наше отделение спортивной школы по художественной гимнастике, по единоборствам, по плаванию, по футболу. К сожалению, катастрофически в Лыткарине не хватало спортивных объектов. Тот объект, который 60-го года постройки, это бассейн и игровой зал, требует уже достаточно больших вложений в части капитального ремонта. Мы в ближайшей перспективе этим будем тоже заниматься. Но сейчас в городском округе появился этот объект, который разгрузит действующую спортивную структуру. Ребята перейдут из приспособленных помещений, тех же единоборств, те же залы единоборств сюда и будут заниматься уже в нормальных условиях современных. В день открытия на площадку комплекса вышли танцевальные коллективы и спортивные команды. Первые двигались в зажигательных ритмах, вторые показали свою физическую форму. Хочу пожелать нашим ребятам, нашим детям, ради которых мы реализуем такие проекты, такие программы, чтобы каждый ребенок, который занимается здесь, реализовался в жизни. Хочу поздравить всех, очень рад видеть. Спасибо за теплый прием, а ребятам успехов и побед. Пожелав спортсменам новых побед, губернатор отправился дальше на открытие транспортной развязки на пересечении федеральной трассы М5 Урал и Лыткаринского шоссе. Поехали. Ура! Ура! Символический знак перевернут, дорога открыта. Теперь по новому путепроводу спокойно смогут выезжать из города тысячи лыткаринцев. По проекту в день развязка будут пользоваться порядка 70 тысяч автомобилистов. Вот сегодня, можно сказать, из плена мы вызволяем город Лыткарино, который сталкивался с этим серьезным неудобством. И оперативные службы, скорая помощь не могла своевременно заехать в город, выехать. Сегодня эта развязка существенно меняет ситуацию. Спасительная артерия построена за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда. Общая протяженность объекта с учетом съездов порядка 7 километров. Максимальная скорость движения 120 километров в час. Мы поехали по новой развязке. Большое вам спасибо, Андрей. Лыткаринцы, спасибо, скажем. Спасибо! Вот вам и вот в ответ есть. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. На этом развязка не остановится. Далее она будет продолжена до города Железнодорожный через Томилино и Краскова. Антон Шаманин, Максим Морозов, Алексей Устинов, Александр Тестов, телеканал «Лыткари».